Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами как всегда я, Леха Смертик, и сегодня вместе с вами продолжим играть в моды на Привет Сосед. В данном случае это мод, сделанный по основам первой преальфы, самой первой версии, которая вышла на Привет Сосед. Как видим, главный дом у нас здесь немножечко вот изменился, все у нас здесь по-другому стало. Сейчас посмотрим, что у нас там находится в доме соседа, ребят. А перед просмотром не забываем, конечно же, ставить свои лайки. Я верю в вас, ребят. Так, подожди, а кто опять говорил? Что за вторые голоса постоянно внутри меня говорят? И вообще, где я? Это мой дом. Я, походу, на работу куда-то устроился. А куда на работу, не помню. Как ходить на работу, если не помнишь, куда ты устроился? Так что у нас здесь есть интересного? Ну, слушай, неплохую мне здесь комнатушечку выделили. Все-таки неплохо здесь. И кровать есть, и шкаф. Даже сральник чистый. Нифига себе дела. Надо друзей позвать, все это дело отметить. Как-то посидеть, лимонадика попить. Ага, холодильник-то пустой, значит, не попью я лимонадика. Так, а где я работаю-то, собственно? Куда мне на работу? Там это что, это облака летают, либо это что-то вообще непонятно что? А то я как-то не совсем понимаю. Хочу к соседу зайти, у него спросить, как дела. Здравствуйте! Есть дома кто-нибудь? Нет? О, камера висит. О, здравствуйте! Вам что нужно от меня? Извините, я просто хотел зайти и спросить, где я работаю. Вы не знаете, где я работаю? Ну, всякое бывает. А почему вы бегаете за мной? Вы за всеми соседями бегаете? Вы можете поговорить со мной? Уделите мне пару минуточек, пожалуйста. Я говорю, уделите мне пару минуточек. Ну да, теперь он точно будет за мной бегать, мне кажется. Если бы мне мусорным баком прилетело по голове, я тоже бы за кем-нибудь бы бегал. Ладно, он, наверное, пошел по каким-то своим делам, чем-то своим заниматься. А вас как зовут-то? Как? Молчите. Ну хорошо, буду звать вас Василич. Мне все соседи обычно Василич, и как вы почему-то одеты, не знаю, почему это так все сделано. Так, а здесь что-то прям все. Да могила чья-то на заднем дворе у него. Ты смотри-ка. Нехорошо по могилам ходить, даже фотографии нету. Странно это все как-то. Так, а здесь есть что-нибудь интересное? Что-то ничего интересного я здесь не вижу. Фонарик бы хоть какой-нибудь. Может, у меня дома фонарик есть? А то у меня со зрением фигово все плохо вижу. Вон, нифига солнце светит. Нифига там туча здоровенная. Это что за туча? Это что, блин? Нашествие на зону 51? Не, серьезно, а фонаря что, в доме у меня нету? Ну да, как бы 21 век, все обычно на телефоне фонарик врубают. Кто-то вообще еще ходит с фонариками, нет? Так, а здесь заперто, ты смотри-ка. А, господин Васильевич, вы вообще в курсе, что, ну, можно как бы замок просто вешать? Мне кажется, стульями подпирать это уже дурной тон. А раньше, как интересно, когда в пещерах жили, чем камнями подпирали, что ли? Так, а там что-то есть, или там что-то спрятано? Так, там есть лопата. Я не хочу раскопать могилу. Ну, Василич, походу, спать пошел. Ну, это его личное дело, чем ему заниматься. Так, ну давай покажу, посмотрю, что здесь есть. Так, отлично, я нашел черный ключ. Блин, он что-то прячет в подвале. Еще заколотил. Я не знаю, может быть, там эпидерсия какая-нибудь, либо еще что-то. Воду забыл выключить. Ты что, за воду вообще не платишь, что ли? Надо бы отключить. Походить, посмотреть, что здесь есть вообще. А что-то ничего здесь интересного нету. Господин Васильевич! Он по улице ходит. Зонтик даже есть. Блин. Кто-то оторвал. Тебе можешь рычаг подогнать, сам сделаешь что-нибудь там с ним. Так, здесь что? О, фонарик нашел. Блин. Нифига себе, какой добрый сосед. Взял меня домой, домой отвел. Спасибо вам большое. Вы для этого за мной бегаете? Чтоб меня домой отводить, что ли? Странный вы человек какой-то. Так, и что здесь?
Так, здесь есть лопата, которую я не могу почему-то взять, но... Я не знаю, что с этой лопатой. Но явно что-то не то. Блин, у него такой дом здоровый. А как бы наверх бы залезть? А там, по-моему, нету ничего. Зачем ему свет на улице? Не совсем понятно. Василич, да что тебе надо от меня? Лучше скажи мне, где я работаю, что туда-сюда. Хватит мне кидаться непонятно чем. Или у тебя там что такое? Боярышник, что ли, мне кидаешь? Странный он какой-то. А, извините, сосед Василич. А здесь что-то это... Мы что, под колпаком опять, что ли? Фигня какая-то происходит. У вас капкан стоит. Капкан стоит. Да я ж говорил, капкан стоит. Ну как-то поаккуратнее надо быть в вашем возрасте. Нифига себе, вы как прыгаете. Вы где такую растяжку себе сделали? Подскажете? Нет, не подскажете. Ну ладно, идите по своим делам. Я вас тут по заднему двору побегаю, у вас здесь интересно. Мне соседы просто дурачок немножко. Постоянно к соседям зачем-то в дом лезу. Не знаю зачем, но зачем-то лезу. Так, а можно же боковую дверь взять и это. Так. А, вот она где. Чтобы не париться. О, Джонни, привет, а ты здесь какими судьбами? Стой, стой. Да блин, поймал меня все-таки. Ты смотри-ка, какой. Постоянно какими-то своими делами занимается. Так, что ты там прячешь-то? Доски здесь свои раскидал. Так, и что у тебя здесь есть интересного? Кухня. Слушай, а ключик ты синий не видел случайно? Походу нет. Так, и где мне его искать-то? Хватит меня кидаться. Давай, давай, сюда, сюда беги. Ты ведь не особенно умный-то у меня, да, соседушка? Так, надо найти синий ключ. Где он может быть спрятан? Мне кажется, где-то в этой комнате, наверное. Так, здесь нету. Здесь тоже нету. Да что тебе надо? Вот, нати по голове. Нефиг бегать за соседями. Василиш, куда ключ дел? Давай, давай, сознавайся. Фига себе, у тебя что там, спутниковое телевидение? А кто у тебя там сверху живет? Там у тебя прям золотым все светится. По-любому лепреконы свое золото прячут. Ты что, король лепреконов, что ли? Там вообще какой-то странный мужик. Ладно, пойду дальше искать. Надо аккуратненько. Так. Да блин. Везде все понаставил. Василич, давай колись, где ключ? Ключ где? Не знаешь? Ну, молодец, и не знай дальше. Так, здесь тоже ключа нету. Фу, блин. Фига он как постоянно появляется из ниоткуда. Где же ключик-то спрятал? Давай, сознавайся уже. Лопата не берется. Да я не хотел как бы никого раскапывать. Мало что там раскопать можно. Беду какую-нибудь можно накопать. Коробочку одолжу, ты ведь не против? Она мне пригодится, чё бы нет-то. Опять где-то ходит. Постоянно ерунда какая-то происходит. Ничего не понимаю. По улице пошел куда-то. Так, может здесь где-нибудь что-нибудь есть?
Нет, здесь тоже ничего нету. Так. Зачем я с ломом гоняю? Мне все равно лом больше не нужен. Буду все выносить, искать, где он ключ-то спрятал. По-любому, где-то затарил его. Давай сознавайся, Василий, где ключ затарил? Ты надоел уже мне. Понятия не имею где, но где-то есть, видимо. Может быть, на кухне где-нибудь? А чё, кухня у него большая. Так, там зеленый замок. Ты что, замки коллекционируешь? Где ключ? Давай, давай, сознавайся мне. Я хочу тебе в подвал зайти, у тебя там что-то интересное хранится. Да ё-моё ты, блядь. Не знаю, спрятал его куда-то. И как его теперь найти? Еще камера меня видит. Второй этаж, у тебя никак здесь не пройти. Там какая-то надпись, какой-то мужик. Там реально какой-то... Там что, брат Васильича стоит или что? Ты что, в шляпе в какой-то? Ты там что, братана прячешь? Куда ключ дел, сознавайся. Побежали за мной. Молодец, догнал. Так, давай смотрим. Где искать? Так здесь я не залезу никак. Может, здесь Зинь ключ спрятан? Да мало ли, он хоть где может быть. Где-нибудь сверху, может быть, лежит, например. Или здесь. В какой-нибудь заначке. Я уже все комнаты обошел. Камеру он опять свои понавешал. Давай, давай, сшибай там все, сшибай. Надо камеру убрать. Стой, а может здесь? Он здесь рядом. Стой, здесь вон картина. Блин! Василич, что ты пинаешься? Да, давай, пинай все. Может, за картиной где? Нет, за картиной нет. Здесь тоже нету. Где ключ? Ключ где? Куда, куда ты его дел? Что-то бегает, разбивает там вокруг. Я не могу понять, где мне его искать. Реально уже весь дом обошел, нигде ключа нету. Что с ним делать-то, а? Опять ты здесь. Что тебе надо от меня постоянно? Зачем ты меня домой уводишь? Я не хочу домой идти. Мне у тебя в доме интересно. Тут у тебя ништяки всякие есть. Так он сейчас на улицу пойдет смотреть, но здесь нету. Нифига себе. Блин, увидел все-таки. Василич, я здесь. А ты как на камеры на деревья-то вешаешь? Опять камера меня увидела. Спрятаться, нифига себе, я тут в подвал сразу куда-то спрятался. А можно я не буду в подвале тусить? Блин, я реально уже весь дом обошел.
картины себе унесу заодно. Может здесь где-нибудь, а может у него в машине. Ну странно было бы ключ хранить где-то у себя в машине. Как минимум нелогично. Он по-любому должен находиться где-то в дальних комнатах. Вот по идее в этой. Но в этой комнате его нет. Ну давай дальше где-нибудь поищем. Блин, да куда он его дел-то, а? Взял куда-то, спрятал. Василич, где ключ? Да опять он меня видит, да? Чё тебе надо от меня? Чё ты ко мне прикопался? А может в каморке в той, где лежит? Хотел. Да я уже реально, я уже все эти обошел. Василич, я здесь. Давай в обход беги. Молодец, теперь опять в обход. Каморки в этой нет нигде. А! Отлично, я нашел ключ. О, Василий, здорово. Ты далеко-то побежал. По делам, наверное, своим какими. Так, и что у нас здесь? А здесь у нас часы старинные. У тебя там что, часовщик в подвале? Нифига себе. Кровать. Не надо. Зачем ты меня запер здесь? Блин, у меня ведь клаустрофобия. И? А, ну вот так вот, да, у нас? Так, ладно, ребят, вот такая вот у нас была преальфа. Там, кстати, есть еще один мод. Напишите в комментариях, что снять дальше. Либо еще один мод снять, либо воруем вещи у соседа. Все зависит только от вас, какой следующий ролик у меня выйдет. Ребят, не забываем подписаться на канал, ставить свои лайки, оставлять комментарии. Конечно же, жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем удачи и всем пока!